Давайте я скажу одну вещь. Знаете, мне очень часто задают вопрос. Очень часто задают вопрос. Сейчас, одну секунду. Мне очень часто задают вопрос, по сути дела, почему я состоялся. Состоялся я по нескольким причинам. Первое. Самое страшное слово для меня всегда существовало, это как все. Я никогда не хотел быть как все. Пришел я в индустрию, и когда вы приходите в трейдинг, это слава богу, что вы пришли в трейдинг, и у вас есть такие люди, как я, Миша, Витя Макеев, Сережа Заботкин, где вы видите простых обычных людей, такие как вы, образно, да, мы все простые люди, да, я не родился в какой-то супербогатой семье, у меня абсолютно нормальные родители были, и мы абсолютно все одинаковые, да, а у меня не было какого-то суперкрутого образования, и я всегда понимал одну вещь, что я не хочу быть как все. Как я рос? Я просто расскажу о своем карьерном росте. У меня все было предельно просто. Еще раз объясняю. Я человек, который уличный умный. Я даже в Одессе зарабатывал деньги. Кто знает, могут сказать. Еще там в молодом возрасте я сначала работал в кооперативе, потом у меня был свой кооператив, я делал заколки. Да? То есть я всегда понимал, что женщины всегда хотят быть красивыми. Тем более Одесса, видите, некоторые вещи вы обо мне не знаете. Одесса была портовым городом. И туда приезжало огромное количество туристов с деньгами, которым лишь бы что-то было купить. Особенно приезжали огромное количество туристов с городов, там Российская Федерация, ну тогда Советский Союз был, приезжали и просто вообще выламывали все. То есть можно было продать абсолютно все. Мы делали какие-то кошельки, кто помнит тогда 80-е годы, тогда открылось в Одессе кооперативное движение. Мы делали кошельки, брали, значит, пластиковые кошельки, это все печаталось, там штампы делали. Брали журнал, так называемый, тогда был журнал «Неккерман», вырезали такие, помните, были красивые мальчики, красивые девочки, эта фотография, это печаталось, туда вставляло, и у тебя там был кошелек вообще ужасный какой-то там, ну, по тем временам супер круто было, на какой-то такой пластиковой такой закрывашке, и ты доставал, стоил он 10 рублей, а себестоимость там его была 50 копеек. Плюс мы делали заколки, все предельно просто, там мы работали, был тогда в Одессе, кто знает, завод «Централит», и на этом заводе «Централит», значит, там стояли формы, значит, выбивали там заколку, потом сидели люди, которые, я сначала работал там, делали люди, которые собирали эту заколку, потом вот эти части определенных заколок шли в специальную камеру, в которой был, как он называется, гальваническая камера, да, и там она обрабатывалась там серебром, там золотыми красками и все остальное, потом это все склеивалось. Моя сестра сидела дома и склеивала эти заколки, потом эти заколки продавались. Там себестоимость была реально копеечная, это 50-60 копеек, а продавалась там по 7, по 8 рублей. Да? Но это действительно по тем временам было красиво. Низ был такой, вот как сейчас, железный. Да? Кто девочки, они помнят, там, кто Советского Союза, все закалывали волосы, это было очень круто. Вот эти заколки были, потом мы делали там резинки специальные. Да? То есть я действительно там, будем говорить так, о женской красоте, все знаю. Единственное, что мы тогда, конечно, не делали, это там лак для ногтей, хотя я позже понял, что это действительно будет тренд, потому что на маникюр невозможно было записаться. Моя мама ходила на маникюр, маникюр стоил 50 копеек, и стояла там очередь вперед. Я прекрасно понимал, но это надо было идти там на завод лакокрасочных изделий, там договариваться, чтобы была там специальная нехимическая краска и все остальное. А товарищ у меня делал там лаки для ногтей и все остальное. Видите, я вас немножко повеселю. И когда я приехал в Америку, ну все, я, естественно, у меня был тоже план. План у меня был предельно простой. Я работал на такси, и моя первая... Давайте скажу так одну вещь. Никогда никого не слушайте. Когда многие говорят, ставьте себе грандиозные цели, это очень неправильно. Я сейчас у вас, у многих из вас, разобью какие-то мечты о целях. Цели должны быть очень пошаговые, иначе вы себя просто загоните. У меня цели были пошаговые. Я конкретно знал, у меня не была цель стать миллионером или мультимиллионером. Да? У меня цель была предельно проста. Я работал на такси. Я прекрасно понимал, что кроме такси я ничего не знаю. Шансов какие-то состояться у меня в бизнесе были ноль, потому что я ничего об этом не знал. Я приехал, у меня не было папы, мамы, никого не было. Я прекрасно понимал, что нужно идти туда, куда я что-то могу сделать. Например, у меня была цель отложить, собрать энную сумму денег. Да, 60 тысяч долларов. Почему 60 тысяч долларов? Медаль тогда стоила 250 тысяч долларов. Медаль на такси. Медаль на такси давала мне возможность по-простому полдня работать, полдня сдавать медаль в аренду, и так бы я собирал энное количество денег, потому что я банку бы по-простому
выплачивал бы деньги, и через энное количество лет у меня была бы полностью медаль, которая была бы выплачена. Потом под эту медаль я взял другую, то есть у меня был план там ближайшие 5 лет. Мой совет один: никогда не ставьте себе какие-то космические цели. Да? Никогда не ставьте себе какие-то. Многие говорят, знаете, вот есть такая поговорка, что там наши желания, наши желания должны, вернее, наши возможности должны охуевать от наших желаний. Это все красиво очень, это все на бумажке. В жизни абсолютно по-другому. Вы должны себе ставить промежуточные цели. Объясню почему. Если вы поставите себе очень высокую цель, для вас это очень плохо закончится. И это потому я в трейдинге остался 20 лет. Потому что мои цели были абсолютно адекватными. Я вам просто объясню две вещи. Если вы будете ставить огромные цели, кто-то из вас вылезет. Но это будет в процентовке. Это будет очень низкий процент тех людей, которые вылазят. В общем, у меня была цель сесть на такси, заработать энное количество денег. Зарабатывал я неплохо. Собрать энное количество денег там за несколько лет. Дать часть, короче, купить медаль, арендовать половину медали другому человеку, а самому работать на такси и так выстраивать, и это купить там 2-3 медали. Представляете, по тем временам я не думал, что я буду миллионы долларов в год зарабатывать. Для меня это был какой-то космос тогда. То есть я приехал, это была чужая страна, я себе выстроил определенные планы. Потом, как бы мне просто повезло, я попал сначала там в брокерскую индустрию, стал помощником брокера, а потом стал трейдером, да. Но когда я пришел в трейдинг, у меня тоже были амбиции абсолютно адекватные. Поверьте мне, я очень амбициозный человек по жизни. И проект, который я сейчас делаю, который связан с искусственным интеллектом, это просто, в Америке есть такое слово beyond. Он превышает все, о чем я, по сути дела, могу мечтать. И вы знаете, я никогда не мечтал о деньгах или о деньгах. Деньги никогда не были моей целью. Я хотел построить богатство. Вот это две разные вещи. Построить богатство и думать о деньгах – это две разные вещи. Моя цель была богатство. То есть не просто слово «разбогатеть», а моя цель – это было построить вот это богатство, вот эту вот сумочку такую, да, за которую я бы не переживал. Ну и когда я состоялся трейдером. Дальше, самое тяжелое по-простому, самое тяжелое – это расти. Да? То есть расти надо очень и очень аккуратно и очень медленно. Иначе, кто знает об этом, если вы очень быстро растете, у вас так называемый может быть перегрев. И я больше всего боялся, что у меня тоже будет перегрев. Я помню, как сейчас, я переходил с 300 акций на 400 3 месяца подряд. Почему? Потому что в каком-то моменте я себя очень чувствовал дискомфортно. Вот это самая большая проблема. Мы сейчас говорим о трейдинге. То есть вы должны, когда вы растете, вы обязательно должны расти ровно так, как вы себя комфортно чувствуете. С 1000 долларов перевалить на 100 тысяч долларов, как некоторые другие, практически невозможно и неправильно. Это очень неправильно. Расти надо медленно, расти надо адекватно в связи со своей зоной комфорта. Почему? Вы сейчас откроете в интернет, и что вы в интернете увидите? Выведите себя из зоны комфорта. Уберите себя из зоны комфорта. Выходить из зоны комфорта нужно очень медленно. Очень медленно. Иначе вы по-простому просто себя сожжете. Вот это основная проблема. В трейдинге, если вы торгуете очень много лет и вы себя постоянно напрягаете, вы выгораете. Я недавно встретил человека, который 12 лет отторговал, который был очень неплохой трейдер. Я его спросил, тоже Саша зовут. Я говорю: Сань, почему ты больше не в трейдинге? Он говорит: Саша, я выгорел. Я просто выгорел, от меня ничего не осталось. Так и в бизнесе. Если вы видите, что что-то идет не так, нужно брать передых. Реально нужно брать передых. Честно скажу, вот англичане говорят феноменальную фразу, что лучший шаг вперед – это 2 шага назад. И меня это очень спасло в трейдинге. Когда я чувствовал, что я очень сильно напрягаюсь и мне очень плохо, я делал шаг назад. У меня была ситуация, когда в 2006 году меня очень сильно накрыло. Я уехал и жил, будем говорить так, в деревне. Слава богу, тогда Митчелл был маленький, ему было там 6 лет. Он еще в школу не ходил, и я уехал, и полгода, по сути дела, как бы жил в деревне. Я не подходил к трейдингу вообще. Потом все нормально, я восстановился, но я сделал глубокий анализ, почему меня очень сильно побило. Поэтому в трейдинге нужно расти очень медленно. Очень медленно, очень спокойно, особенно если вы берете чужие деньги в управление. Потому что давление, когда вы берете чужие деньги в управление, оно в разы сильнее. В разы сильнее. Вы просто начинаете постоянно думать, а вдруг я этому человеку потеряю деньги, а что будет? Это не вопрос страха, это вопрос дискомфорта. Поэтому вы должны заходить очень медленно в комфортную зону. Например, я знаю свою комфортную зону до определенной суммы денег. Например, мне очень комфортно.
после какой-то суммы денег мне некомфортно, я чувствую себя некомфортно по той простой причине. Я там никогда не был. Второе. Вы никогда в жизни не можете знать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. Вот я гарантирую вам. Вы можете, блядь, суперсмелым быть. Суперсмелым. Вы выйдете на улицу, и вы попадете в какую-то конъюнктуру, и вы не будете знать, как себя вести. Это как в рынке, абсолютно так же. Рынок абсолютно другой. Сейчас гепы с утра до вечера и все остальное. Рынок абсолютно по-другому себя ведет. И вы не будете знать, как себя вести. И это вас очень сильно может побить. Очень сильно. То есть, что это значит? Надо делать все очень аккуратно, очень пошагово. Проблема в том, что у вас конкретно должен быть план, что вы будете делать, как вы будете делать. И если что-то пойдет не так, как вы будете менять. Вот это основная проблема. А теперь там про трейдинг я рассказал, сказал, расти надо очень медленно. Я теперь вам расскажу очень интересные вещи. По сути дела, я их как бы никогда не рассказывал, как и рос. На самом деле, как бы я никогда не был бедным. Я всегда зарабатывал деньги. Я зарабатывал деньги и в Советском Союзе. Даже когда я учился в техникуме, я выступал за техникум. Кто занимался спортом, я за техникум выступал, и я получал деньги. Я получал, во-первых, стипендию, я очень хорошо учился. Я учился между 4 и 5. Когда я учился между четверки, это я получал 37,5 рублей стипендию. Когда я учился на пятерке, я получал 45 рублей или 43 рубля, я не помню. Повышенная стипендия у меня была. Я получал 28 рублей. Это нам давали талоны на питание. И если мы ехали на сборы, если я выступал за техникум, я выступал по нескольким дисциплинам, я очень хорошо бегал, я тогда еще бадминтон играл, плюс там борьба. И если я выступал за техникум, я еще получал 4,5 рубля в день за то, что мы ехали на сборы и получали там. То есть, по сути дела, у меня там накапливалось почти под 100 рублей в месяц. И когда я стал зарабатывать деньги, я понял одну вещь. Я не хочу бедным больше быть. Что это значит? Когда вы начнете зарабатывать деньги, мой совет один. Прочувствуйте вот этот вкус. Знаете, многие говорят, вот я там это не люблю. Прочувствуйте вкус. Вот попробуйте взять это на вкус и прочувствуйте. Вы начнете совсем по-другому понимать, да, потому что когда вы едете, там просто, опять же, если меня кто-то там знает Советского Союза, то в 91-м году, еще когда Союз не успел развалиться, я ездил, у меня Audi была, и в Советском Союзе я ездил на Жигулях. Сначала это были папы на Жигули, а потом это были мои, у меня были свои Жигули. И я знаю, как бы, что такое деньги, я всегда уважал деньги, вот это очень важный фактор. Знаете, почему большинство из вас ничего не получается? Потому что вы не уважаете деньги. Деньги нужно уважать. Кто смотрел кино «О чем говорят мужчины», там была феноменальная фраза, когда он говорит: деньги нужно любить. Если ты не любишь деньги, у тебя их заберут и отдадут другому, кто их любит больше, чем ты. Вот это действительно у меня была такая ситуация. Деньги нужно любить и уважать. Вот это очень и очень важный фактор. Что я стал делать? Когда я приехал в Америку, у меня денег не было, там какие-то энное количество тысяч было, которые, по сути дела, это была продана моя квартира, и родители по-простому мне их отослали, потому что я тоже молодой был, я тоже тратил, я тоже ходил гулял, и там тогда клубов не было, тогда были рестораны, кто помнит, в Одессе у нас был ресторан «Белая лошадь», самый большой кооперативный ресторан, там все было так вкусно, я туда шел, плюс у меня сестра была, она была несколько лет младше меня, я... Вот человек написал: полная хуйня. Я смотрю, товарищ остался в глубоком совке, плановой экономики тоскует, тоскуйте дальше, жизнь уже давно ушла вперед, ваши рецепты из глубокого прошлого не работают. Ну, Джонсон & Джонсон, вы написали вообще полную хуйню. Я человек, который давно уже переделался под экономику, я вам просто рассказываю, что любовь к деньгам у меня пошла еще с молодости. И вот что я делал. Я когда приехал в Америку, денег не было, я работал на такси. Я всегда себя толкал на следующий уровень. Всегда. Первое, что я делал, я покупал себе журналы. Очень дорогой журнал был, назывался DuPont Registry, стоил и RAB Report. Эти два журнала стоили по $8. И там были очень красивые машины. Очень красивые машины. Что я делал? Я пытался визуализировать свою мечту. Да? В прямом смысле слова. То есть я просто пытался визуализировать свою мечту. И вот таким образом я смотрел на эти машины. Я никогда в жизни не говорил себе, я хочу машину вот как у этого человека. Потому что я никогда не знал, что этот человек положил на свою линию. У меня был абсолютно другой подход к деньгам, я абсолютно по-другому обходился к деньгам. Но я всегда материализовал.
Так, я понял, Лара уже стоит, и сейчас меня уже будут подталкивать, что мне уже пора идти. Я вам просто покажу сейчас одну вещь. Вот это следующая моя, даже не мечта, а цель. Если вам видно, поставьте плюсики. Если вам видно, поставьте плюсики. Да. Вот это следующее, это не могу сказать, это мечта, это цель. Она у меня всегда стоит на экране, я ее всегда визуализирую. Видите? То есть, по сути дела, там моя мечта – это замок. Я могу себе сейчас его позволить купить, он там не стоит никаких космических денег, но для меня сейчас просто неправильное время. Да, абсолютно верно. Кто там меня знает, это дом во Франции. Вот этот конкретный дом, и мне он очень нравится. Мы даже планировали сделать там клуб, да, клуб по-простому там трейдеров с определенной там платой в год. Мне очень понравился этот дом и этот клуб и все остальное. Первое, что вы должны сделать, да, это в первую очередь элементарно пытаться визуализировать свою мечту. Вот то, что я делаю, я просто, вот она стоит у меня на экране, я смотрю. Во-первых, она мне поднимает настроение. Во-вторых, я конкретно знаю, чего я хочу. Потому что, знаете, некоторые люди, есть очень смешной анекдот. Когда у еврея поймал золотую рыбку, ему золотая рыбка говорит: слушай, у тебя три желания. Он говорит: деньги, машину, красивую женщину. И это только первое. Вы конкретно должны знать, что вы хотите, и к этому потихонечку идти. Не надо сразу сказать: я хочу дом за 5 миллионов долларов. Его никогда не будет. Люди, которые могут так сказать, это люди, которых просто единицы, по пальцам можно пересчитать. Я себя никогда не считал супер умным, супер крутым, супер классным, но я всегда знал одну вещь. Я конкретно знал, что я буду делать. Всегда. В каждой сделке, где у меня будет стоять столб, что я буду делать. Просто, чтобы вы понимали, я с вами говорю, да, а у меня вот здесь вот записаны все уже цифры по рынку, видите? Russell 2000, QQQ и SPY, и написаны цифры, там выше которых, скорее всего, я буду ждать. Я сегодня сказал, с утра рынок нельзя покупать, потому что будет очень высокая волатильность. Но замки разные, еще раз, главное деньги, чтобы были, замок можно купить другой.